Газы при расширении совершают работу. Это лежит в основе действия двигателя внутреннего сгорания. Смоделировать этот процесс можно, используя вставку джоуля. Это пластмассовая крышка с двумя стержнями и спиралью. Пропускаем ток так, чтобы спираль нагрелась до желтого каления. Затем заполняем крышку парами бензина и плотно надеваем на вставку джоуля. Замыкаем цепь, нить нагревается и совершается работа при расширении газа. Крышка сбрасывается с прибора.